Почтить память тех, кто отстоял для белорусов мирное небо. Студенты со всех уголков страны сегодня возложили венки к монументу Победы в Минске. Минута молчания у Вечного огня уже стала традиционной для молодежи Беларуси. Каждый год именно с нее начинается и заканчивается молодежный трудовой семестр в студотрядах страны. Сегодня здесь около 300 человек, среди них и единомышленники из России, а также оркестры рота почетного караула Вооруженных сил Беларуси. В Республике Беларусь динамично развивается студотрядовское движение, но больше ни в одной стране на постсоветском пространстве такого размаха движения и участия, прежде всего, студентов нет. Теперь наша главная задача будет в том, чтобы качественно вырастить, чтобы это действительно были отряды, которые не просто рабочие какие-то бригады, а отряды, которые будут работать, у которых будут свои традиции, символы. К слову, сегодня же самым активным студентам впервые вручат награды по итогам трудового семестра.